Всем привет, ребята. Короче, сегодня мы будем кое-что интересное лепить. Лепить пельмени. Дожились. В смысле дожились? Ты что, я ненавижу лепить пельмени. Я попробовал, блин. Ты помнишь, как пробовал первый раз? А, так, знаете, что он не любит есть пельмени, самое главное. И лепить тоже. Ух ты, значит, пельмени Пашка не кушает. Ненавижу. Он не любит просто лепить. Хорошо. Короче, все, вот тесто раскатали, теперь делаем кружочки. Мы пригласили специального шеф-повара, чтобы он научил их лепить. Вот. Работает быстро и умело. О, как! Вот так! И наперекосяк. Ребята, вы когда-нибудь пробовали лепить пельмени сами? Помогали вы родителям? И не пробуйте. Нет, это очень интересно. Это очень интересно. И домашние пельмени в 100 раз вкуснее, чем магазины. Правильно. Потому что мало того, что сделаны с любовью, еще и с вкусным фаршем, и с вкусным тестом. Любовью. Ну, а сейчас вам показывают, как делать начинать, и вы потом будете пробовать. Если я буду делать, я же буду делать без любви, мне же не нравится это. Ну, Паш, ну ты делаешь с любовью. У Паши переходной возраст, не обращайте на него внимания. Запоздалый. Берем маленькую. Тетя. Вот. До свидания. Так вот. Вот так. Мы, кстати, с Даниэлькой когда-то лепили, если вы видели видео. Была на влоге, да. И... Немножечко достали. Это много сильно. И залепить красивую форму, самое главное. И потом вот так вот. Да, залепить очень хорошо, потому что не раскрывались. Залепить главное края вот эти. Вот, как вареник сначала. А потом закрутить. Оп, и залепить. Угу. И кладем на муку. Берем, пробуем. Давай, Паша, Дарин. Так. Растягиваем тесто в ручках. Не сильно. Пробуем, пробуем. Свои пельмешки в сторону. Лично будете их есть. К резину. Тогда так и должно быть. Тесто не должно разорваться. Ты ж как будешь лепить? Можем разорвать? Еще больше. Но если разорвешь, получишь от шеф-повара. Блин, так, ну ладно. Ну, я думаю, норм растянула. Берем ложечку. Чуть-чуть. Не ложи много, потому что чтобы тебя залепилось. Мяско. Растягиваешь край, когда залепливаешь. Чтобы фарш не попал на края. Если попадет, ты не залепишь. Вот. Ты слышишь меня, я да? Я слышу. Паша, сколько можно растягивать? Тесто засохнет. Не растягивает вообще, я сейчас ничего не сделаю. Чуть-чуть, клади чуть-чуть, чтобы у тебя залепилось. Пробуй сначала по чуть-чуть. Так, сейчас. Вот. Раз, два. Посмотри, видишь, как растягивать надо? По краю, как колобок. Вот. Вот у Дарины уже получилось. Закрутила и слепила хорошо, придавила их. Умничка, оп, супер. И какой красавчик. Очень, у тебя вообще, смотри, какой красавчик. Ложи в одну сторону, чтобы переворачивай. А, вот, вот так. Ну да, ну лучше, конечно, как ты, мне больше нравится. Ну, ладно уже. Берем еще раз. Ребята, теперь у тебя получается, ты умничка. От Дареньки, Дареньки. А ну, у Павлентия залепливай, растягивай. Нет, у тебя выпадет фарш. Много сильно тебе? Ну, ты не растянула края. Играйся, играйся. Залепливай, запихивай его назад, залепливай. Ой, мы обожаем пельмени. Я люблю пельмени с томатным соком. И не со только сметаной. Пельмени с томатным соком, в принципе, все с томатным соком. Ну, пельмени с томатным соком – это мое любимое блюдо. Так. А, ребята, пишите в комментариях, с чем вы любите пельмени. И какие пельмени. Потому что пельмени тоже бывают разные. Пельмени бывают с куриным фаршем, со свиным, с говяжьим. У нас сегодня это... У нас сборный. Это сборный. Да. Сборный всегда вкуснее. Паша, ну что, хоть один есть у нас, или мы так и будем сидеть? Ложку на скатерть, куда? Господи. Ну, куда-то. Обратите внимание на этот пельмень. Ну, отлично. Ну, вот, отлично, молодец, залепливай края. Придавливай хорошо, пальчиком. Края именно, края. Сильнее придавливай. Не пельмень, а края. Да, я не услышал. Все, клади, следующий. И старайся теперь растягивать. У тебя, Дарина, вообще супер. Умничка. Спасибо большое. Если он останемся без работы, будем пельмени на продажу лепить. О, как! И потом реклама. Ребята, покупаем пельмени Даниэль Бой. Поэтому, ребята, если вы видите, что мы стоим лично, продаем пельмени. Там мы будем через интернет. Это оригинально, Даниэль Бой пельмени. Кстати, да, насчет пельменей продолжаем. И пельмени же есть, вы знаете, да, сварил пельмени там со сметанкой, с маслом, с уксусом, с кетчупом, кто как любит. А есть еще пельмени жареные. Вот Даниэль обожает жареные пельмени, например. О, да. Да, и Дарина тоже.
Это очень вкусно. Получается, пельмени нужно сварить, а потом поджарить на сковородке. Ну, а есть просто берут пельмени вот замороженные, жарят на сковородке. Единственное, у меня от них живот потом болит. Вот, Дариночка, умничка. Паша тоже растянул хорошо. Давай, давай. Нормально? Да. О. Красота. Просто молодцы. Самое главное, что домашние пельмени намного лучше, да, в магазине. Ну, ребятки, я к вам вернусь чуть позже, потому что я тоже хочу помогать, а потом покажу вам уже, когда будет много пельменей, когда мы уже их сварим и будем нямкать. О, да. Нямкать, нямкать. А пока... Итак, смотрите, какая красота. Кстати, мы очень быстро слепили. Буквально, да, не знаю, быстро. Полчаса, наверное. Трёх уже лепил. Так, Паша, он, смотрите, какие красавчики тоже лепил. Дарина, умничка. Что, Дарин, там вода закипела, да. Уже давай. Закидывать. Ребята, мы начинаем первую порцию нашу. Па-бах! Думаю, у нас получилось очень-очень вкусно. Вода, лаврушка, соль. И черный перец горошком нужен для того, чтобы сварить наши пельмешки. Не ляпай, аккуратно. Аккуратно. И потом надо ложечкой будет аккуратненько перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. Правильно. Я думаю, они будут собирать. Это я такая голодная вообще. Так, а ложечка? Ложечка вот, да, аккуратненько. Нет, не сильно, а вообще очень-очень-очень очень аккуратно. Вы только посмотрите на это. Супер. Так, ну пельмешки наши варятся, мы долепливаем остальное. И потом уже вам покажем, ребята, готовые наши пельмешки и как мы их кушаем. Ладно, эти пельмени мне нравятся. Да? Так и быть ты будешь? Да. Ух. Поэтому, ребята, до встречи. Я не знаю, что по вкусу скажу. До встречи. Раз, два, три. Ну что, ребята, наконец-то мы их сделали. Смотрите, какие красавчики. Приступаем небольшие. Аккуратно, аккуратно. Получились вообще красивое-красивое. Кстати, на удивление, все хорошо лепили. Даже Даниэль пару штук своей рукой. Ну а сейчас надо дегустацию провести. Ну да, ну как вы понимаете, я самый главный критик. Ну да, своего пельменя. Ты возьми тот самый некрасивый, который ты слепил. Но пока что у меня тут все красивенькие. Очень вкусно. Не знаю, чей, но очень вкусно. Это тоже очень вкусно. Мне немножко... Что у тебя? Фу, как это вообще можно есть? Откусила мясо. Вы что, издеваетесь, блин? Это же вкусно. Фу. Пошел. Фу. Как это можно есть? Это вообще невкусно. Это же специально. Мы это ужасно, готовить научились. Паша, хватит уже трындеть, говори ребятам правду. Ладно, окей. На самом деле, это очень вкусно. Сейчас белка лягушки и замазала. Сейчас Даниэль такой, вы там говорите о пельмени ковть, и ушли, да? Пельмени получились шикарными, большими, с мясом. Главное, это много мяса. И мало-мало теста. Много-много мяса и мало-мало теста. Жирный, там что я пельмени. Внутри много-много мяса. Молодец. Давай сок пельменьками. Угу. За нас, что мы все молодцы. Пашка, давай уже свой пельмень, ладно. Даниэль. Сметанкой обваляем. Как вкусно. Обалденно. Я согласна. Ребята, лепите дома сами пельмени. Помогайте мамам, бабушкам, кто там с вами сидит. Это очень-очень вкусно. Рецепт вы слышали? И не только вкусно, а еще очень-очень интересно. Да. Да. За компанию. Единственный раз, когда мне понравилось лепить пельмени. Это так вкусно, что можно свой магазин до пельменей так сделать. Ну что, ребят. Магазин вот. Не любим пельмени. Мы покушаем, а потом снимем вам следующее видео в следующий раз. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Да, рецепт будет в ссылке, так что кто захочет дома полепить пельмешки, рецепт будет. А мы вас всех сильно любим.